Существует уникальная тихоокеанская страна, которую многие называют безналоговый рай. Она пользуется популярностью среди инвесторов и бизнесменов со всего мира. Заинтересовало? Меня зовут Алексей Носовский, я являюсь руководителем юридического отдела компании iWorld. В этом ролике я расскажу о программе гражданства Вануату для инвесторов, о ее преимуществах и почему это эффективный инструмент оптимизации налогов при ведении международного бизнеса. Вануату – единственное государство, которое выдает гражданство за 2 месяца. Чтобы получить паспорт страны, необходимо внести 130 тысяч долларов в государственный фонд, из них 50 тысяч вернется вам в виде государственной облигации, по которой гарантированный ежегодный доход от 5%. Оформление гражданства полностью дистанционное. Подача заявления, сдача биометрии и церемония присяги проходит онлайн. С паспортом в Вануату вы сможете осуществить безвизовый въезд в 98 стран и упрощенно оформить долгосрочные визы в США и Канаду, Великобританию и Шенген-зону. Компанию, зарегистрированную на территории Вануату и ведущие свою деятельность по всему миру, освобождаются от налоговых обязательств. Прохождение процедуры состоит из 4 этапов. Сбор документов и отправка их на проверку официальным органам финансового мониторинга. Подача заявления в комиссию на гражданство. Организация официальной церемонии в формате видеоконференции, на которой будет принесена присяга и присвоено гражданство. Отправка вам паспорта, сертификата о гражданстве и облигации службы доставки DHL. Вануату – это надежный план Б в случаях непредвиденных обстоятельств в родной стране и одновременно заманчивая возможность для инвестиций и бизнеса. Для более подробной консультации рекомендую оставить заявку на сайте. Специалист компании незамедлительно свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы о данной программе и других миграционных процедурах. Спасибо за просмотр. До новых встреч!